Пашинян потребовал от Азербайджана вывести войска с села территории Армении. Азербайджан продолжает удерживать часть армянских территорий. Об этом 29 сентября заявила на заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обвинил азербайджанские вооруженные силы, что они накануне якобы обстреляли армянскую территорию, на которой велись инженерные работы. Это продолжение агрессии, территория Армении оккупирована. Наша позиция определенна и однозначна. Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с села территории Армении, сказал Пашинян. Премьер-министр добавил, что власти страны приступили к масштабным реформам армянской армии. Напомним, ранее начальник генштаба Армении Эдуард Асрян сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боев, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 километра при ширине фронта 8,5 километра. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Черного озера в Сюникской области Армении.